Все, до свидания. Есть такой момент, что на самом деле психика работает у спортсмена, у боксера в частности, такая ситуация, что очень, как сказать, с особым цинизмом поиздеваться над соперником, да? Когда человек получает удар и убьет, у него в частности срабатывает такой механизм, что это не я виноват, это он нехороший, он меня ударил. Вот. Ну, конечно, мы не говорим о боксерах так уже высшего мастерства, там уже мастеров, еще опытных, которые умеют психологически сдерживать себя, готовиться даже. Психотерапевтами работают, психологами, извините, да. Вот. Смысл в чем заключается? Когда вы двигаетесь, вы являетесь нестоящей мишенью, заставляете промахивать противника, то у противника, в отличие от этого момента, когда вы попадаете, или он пропускает удар и срабатывает, обратный механизм. Он начинает что? Нервничать, потому что я виноват, я не попал, я опять промазал. И вот на этой фоне возникает какое-то что? Выведение из равновесия, да, человека психологического. То есть человек нервничает, а нет-нет, да и заистерит. А раз он начал нервничать, он начал ошибаться. То есть заставляя противника промахивать, это не только вы показываете, насколько вы красавцы, как двигаться умеете, но это еще и такая работа, как психологическая работа с противником. Заставляя его промахиваться, раз, два, оп, поймал. У него такая перестройка психики происходит. Начинает себя винить, начинает нервничать. А когда получает удары, то что? То это он нехороший виноват, я не виноват. Вот такие моменты есть тоже, тонкие, маленькие. Все, пользуемся. До свидания.